скоро выборы президента. Что я хочу сказать? Я встаю. И что я хочу сказать? Я желаю президенту, который выиграет эти выборы, чтобы он прежде всего позволил себя сменить, когда придет его срок. Каким бы он ни был, чтобы он не дал, первый, кто ему скажет, оставайтесь на третий срок, враг. Высшее достижение президента – это позволить себя сменить. Наш народ заслуживает того, чтобы не жить моногамией, правильно? Чтобы жить сначала с этим, потом жить с этим, потом жить с этим, и хватит. Дальше должен быть следующий. Вот это высшее достижение президента будущего – позволить себя сменить. А еще сменяемость, мне кажется, в том, что президент уходит живым.